Vreau să menționez faptul că sunt în forță, sunt gata să pentru a proteja și bălțenii și cetățenii din Republica Moldova de la șmecherii ăștia care pregătesc toate schemele despre care am vorbit. Și astăzi doar fiind uniți, fără culori politici, doar unindu-ne sub aspectul de oameni gospodari, de patrioți, de oameni care vor într-adevăr o schimbare reală în Republica Moldova, nu contează că merge vorba de schimbări în economie sau merge vorba despre reformele în justiție despre care vorbește toată lumea ultimii 10 ani, trebuie să ne unim și să nu le permitem măgarilor să facă din țara asta tot ce vor. Republica Moldova a rămas îngenunchiată în bătaie de joc după regimul lui Plahotniuc. Și astăzi cineva, când a dovedit Plahotniuc să privatizeze metal ferosul, când n-au dovedit să privatizeze casele astea de odihnă a naționalnicilor moldoveni la Hulercani și altele, astăzi sigur n-are niciun drept moral să o facă nici Igor Nicolaevici Dodon, nici oricare alt polițian în Republica Moldova. Avem foarte mult de muncit la bălți. De mâine eu oficial ies la serviciu. Sunt sigur că vom realiza și vom continua realizarea la toate proiectele pornite în bălți. У нас очень амбициозные планы на 2020 год. Я об этом говорил. Значит, примерно в этом году должны появиться порядка 14-15 километров новых тротуаров в Бельцах. Значит, это и безопасные системы пешеходных переходов. Значит, ждем, чем закончится тестирование в одном из украинских городов. Одна молдавская компания установила там оборудование, электронную систему оплаты проезда, значит, проект «Единая карта горожанина». Об этом, об всем мы поговорим с вами в ближайшее время. Значит, я начинаю встречаться с бельчанами, я хочу общаться с представителями гражданского общества. Я готов говорить со всеми примарами в стране для того, чтобы объединиться сегодня единым фронтом, остановить весь тот коррупционный беспредел, который начинается. И самое главное, значит, для того, чтобы не дать кому-то делать идиотами граждан Молдовы, которые находятся и в Молдове, и из-за таких же негодяев многие находятся за ее пределами. Поэтому в субботу я пригласил всех наших примаров на встречу руководителей районных организаций. Мы будем готовить также параллельно, значит, в ближайшее время нужно будет провести съезд нашей партии, на котором мы должны избрать вице-председателей. Я сегодня приглашаю всех нормальных людей. Ребят, у кого есть идеи, неважно, находитесь вы на севере или на юге. Если вы сегодня, у вас есть амбиции, вы хотите поучаствовать в политической жизни Республики Молдова, если сегодня наши с вами приоритеты и ценности совпадают, значит, приходите, пишите. Я всегда к вашим услугам. Значит, главное, чтобы мне на все это хватило времени, потому что в сутках всего 24 часа. Поэтому жду вас, жду бельчан, жду предложения на любую тему. Все те проекты, которые мы начали, мы должны довести до конца. Значит, мы начинаем в субботу семинары с нашими примарами, где они будут знакомиться и общаться со специалистами, которые занимаются привлечением грантов и инвестиций. Поэтому все у нас с вами вместе получится. Сегодня медиахолдинг Плахотнюка, который занимался пропагандой дезинформации населения, сегодня это делают розовые. У меня, в отличие от Додона и некоторых других, нет начальников. Ни на Западе, ни на Востоке. Сегодня мои начальники – это все граждане Республики Молдова, которым я буду служить всю свою жизнь. Поэтому я сегодня заявляю о том, что только вместе у нас с вами все получится. Пока вы хотите изменений,
пока вы мне доверяете. Еще раз огромное спасибо бельчанам за доверие. Доверие к нашим кандидатам в других 8 городах страны. Потому что да, мы без денег, без миллионов, которые тратил Дадон, выиграли такое же количество городов, как и социалисты. И не брали перебежчиков, как это делал Дадон. Поэтому спасибо за доверие к нашим примарам и в городах, и в селах. Их я тоже всех увижу в субботу. Нас ждет впереди огромная работа.